времени, чтобы я недолго говорила и больше играла. 20-20. Так, значит, как моего соната идет 30 минут. Значит, я сделала очень короткую такую заставочку перед ней. Это менее известная из двух сонат, потому что вторая наиболее известная, а первая как-то осталась в тени. Первую сонату Рахманинов, по его словам, он написал под впечатлением Фауста. И, в общем, он не вдавался в особые такие философские части Гёте, но скорее следовал вот операм и, в общем, листу. В общем, он более концентрировался как раз на любовной части. И тут мы видим, в общем-то, три таких типичных части. Это Фауст, Маргарита и Мефистофель. И все три начала здесь присутствуют. Средняя часть — сонат в трех частях, и в средней части это, безусловно, вот эта вот волшебная сцена, которую описал Гёте и которую написал Лист Мефисто Вальсе. Это как Фауст пытается влюбить в себя Маргариту, и тут не обходится без колдовских чар, потому что она вначале его отвергает, но потом дьявол играет на скрипке, потом поют соловьи, восход солнца, и она совершенно влюбляется в него. Вот это вот средняя часть, совершенно божественный ноктюрн. Крайние части — это бурные, трагические. Тут вы услышите и колокола, и в первой, и в третьей части, потому что тема колоколов у него постоянно присутствует. И вот этот и древний средневековый гимн церковный «Диес Ира» — «День гнева». Вот это вот роковое, дьявольское до какой-то степени начало. И, в общем, это невероятная соната, но она как-то осталась в стороне. Ну, во-первых, там очень много нот, больше, чем в третьем концерте. Написано было очень близко произведение. Но у соната, в общем-то, трагическая судьба, она отражает душевное метение самого Рахманинова. Когда он написал эту сонату, он сыграл ее друзьям, в кругу друзей, и они сразу, им очень не понравилась эта пьеса, они сказали, что это затянуто, очень длинно, вообще ему надо порезать. То есть она изначально существовала в еще более длинной версии. В общем, он безжалостно порезал туда части, сам он не решился ее играть на премьере в Петербурге, отдал ее очень известному другу-пианисту, не буду называть имя, потому что он, в общем-то, провалил эту сонату. До какой степени, то есть это замечательный пианист, он славился своей культурой звука, замечательным исполнением классических композиторов, и ему просто потянуть вот эту дьявольскую махину, вот эту лавину звука, которая идет, это вот как раз то, вот когда за деревьями леса не видно, вот тут должно быть обратное, вот очень легко скатиться в эти маленькие подробности и не увидеть не леса, а вот этой невероятного этого цунами, этой лавины звука, которая просто идет вот из рояля. То есть как сделать, как ее управлять? Управлять ей невозможно. Можно только плыть по ней, как, знаете, на лодочке по водопаду и пытаться уцелеть. В общем, совершенно стихийная музыка по-настоящему. И, в общем, Рахманинов еще раз ее порезал, и он даже сам ее не играл. Но интересная деталь, Рахманинов, вот он впадал в глубокие депрессии, он был страшно неуверен в себе, потому что он все время, во-первых, ему то прочили судьбу, что он преемник Чайковского, то критика и публика, вот как с этой сонатой произошло, и сказали, ну, Рахманинов, все, уже закончился Рахманинов, не получается у него. И вот эти рецензии, написанные на сонату, что это очень интересное произведение, она его глубоко, конечно, ранила. И все, что происходило с ним, вы знаете, наверное, историю, как он пытался лечиться гипнозом от глубочайшей депрессии. И он настолько был не уверен в себе, он охотно резал эти произведения, а потом он как-то сказал, вы знаете, когда делают купюры в моих произведениях, это буквально как будто меня режут по-живому. Вы можете понять, он сам это делал и как он себя ощущал. И вот с вот этими вот ощущениями, вот тут эта соната полна всего. Ее очень трудно описать словами, лучше ее просто послушать. Тут очень много третьего концерта, от его знаменитого концерта, особенно в третьей части, очень много буквально похожие темы, похожие пассажи. Но еще чего она страдает? От того, что, ну, страдает в скобочках, конечно, в кавычках, тут нету вот таких вот знакомых мелодий, которые можно было бы после прослушивания выйти и напеть. Тут не мелодии, тут как раз гармонии, сочетание гармонии. Очень минималистичное произведение с миллионом нот, можно так это написать. Итак, соната Рахманинова номер один.